Могу ли я создать продюсерский центр сразу и начать продюсировать сразу несколько экспертов, потому что я вот хочу и по здоровью сразу делать, и по отношениям сразу делать, и по бизнесу сразу делать, и сразу вот вести несколько экспертов. Мой ответ на это следующий, что сначала лучше разобраться с одним экспертом, потому что один эксперт — это одни отношения. И каждая ниша, каждая онлайн-школа — это прежде всего, если вы кого-то продюсируете, это прежде всего отношения с экспертом. И они могут быть очень разные, потому что эксперт может быть очень эмоциональный, может подсаживаться на уши, может истерить, вам надо будет его как-то улаживать. Если вы к этому не привыкли, если вы в этом не профессионал, вы не понимаете, как выстраивать личные границы, вы не понимаете, где сказать «нет», где сказать «да» и так далее, то лучше начать с одного, его отстроить, сделать так, что эксперт будет, например, не нужен, то есть все будет работать без его участия, и дальше начать следующего продюсировать, если хватит энергии, если хватит сил. Потому что силы реально заканчиваются. И глобально одну нишу какую-то, если она классная, если она может быть масштабируема, ее можно вывести практически на любые цифры. То есть без разницы, твердая ниша, связанная с заработком, или это какие-то отношения, или еще что-то. То есть это не супер сильно принципиально. То есть каждую нишу можно сделать очень большой. Примеров этому масса. Если ты нишу любишь, если ты людям приносишь пользу, если у тебя достаточно высокий чек, если ниша просто классная, и много людей хотят этот продукт. Поэтому глобально начните, конечно, с одного сначала.